от английского слова, сокращенно мы говорим это КАЗДЕВ. И цель КАЗДЕВа – это просто взять вашу гипотезу о бизнесе или продукте, посмотреть на нее и ответить себе на вопросы, есть ли для вашей гипотезы потребители и рынок, да, в принципе, за пределами вашего здания. Любой можно взять бизнес. Сегодня, я думаю, что так как мы сразу договорились, то, что теории у нас будет не очень много и примеров будет не очень много, все равно хочу отметить, что когда вы ведете бизнес, вы должны понять, вот вы, не знаю, там, решили пирожки выпекать, предположим, да, вот нужно понять, их будет кто-то покупать, будут ли покупать по той стоимости, которую вы хотите получить за данные пирожки, да, и есть ли вообще рынок за пределами вот вашего, не знаю, производства. Если вы понимаете, что да, все подтвердилось, то начинаем выпекать и продавать. Но в ходе сегодняшней нашей темы мы поймем, что есть очень много всяких нюансов и подводных камней. Так что идем изучать. Итак, как же выглядит КАЗДЕВ? Проблема известна. Если да, то, соответственно, у нас есть подтверждающие факторы о проблеме. Если они есть, то, соответственно, есть продукт либо фича, то есть она уже существует. Если она существует, то мы просто берем и запускаем АБ-тестирование и смотрим, да, что мы с этим будем делать. Если же проблема известна, но подтверждающих факторов о проблеме нет, то мы проводим глубинное интервью. И сегодня вот как раз в рамках практики и теории мы будем детально разбирать, что такое глубинное интервью и как мы с этим будем работать. Фича — это фича, ну, это идея, гипотеза, предположение, фишка. Ну, назовем это так. Проблема известна. А вот если проблема неизвестна, что делать в этом случае? Тогда в этом случае мы проводим проблемное интервью. То есть мы смотрим, а есть ли действительно некая проблема. То есть мы должны сначала провести проблемное интервью. То есть примерно так начинается проверка некой гипотезы, да? Сегодня будем изучать проблемное интервью, учиться проводить и глубинное интервью. Благодаря методике КАЗДЕВа, что мы можем выявить? Мы можем выявить изначальную гипотезу, вообще верна она или нет. То есть мы можем подтвердить то, что да, она верна. Мы выявим предполагаемый продукт, который решает проблему пользователей. Мы выявляем целевую аудиторию, которая будет использовать наш продукт. Также мы выявляем замысел новой функции для существующего продукта и будет ли он эффективен. А также мы выявляем, готовы ли потребители заплатить нам за это деньги, именно ту сумму, которую мы хотим получить. Идем дальше. Вот она у нас гипотеза, вот у нас предположение, да, есть какое-то. Мы определяем его ценностное предположение, то есть предложение, то есть цена, да, ценность, цена. Дальше ищем подтверждение проблемы, если оно есть у людей. Далее идет моделирование примерной экономики, да, что мы продаем, кому продаем, за сколько продаем. Делаем MVP, минимально жизнеспособный продукт. Я не знаю, там мы предполагаем, что нам нужно через сайт продавать. Допустим, вот у меня вчера был участник диагностической сессии, они сейчас делают сайт для продажи автомобильных запчастей, хотят продавать их через интернет, через сайт. Вот они, чтобы протестировать эту гипотезу, быстренько сделали сайт и сейчас уже пытаются его продвигать и смотрят, да, вообще идет или не идет, есть потребность или нет. Ну, понятно, почему они уже сделали сайт, потому что они точно понимают, что запчасти покупают, потому что до этого у них покупали эти запчасти в розницу. Поэтому они сейчас понимают, так как рынок переходит в онлайн, они сделали небольшой сайт. Дальше у нас есть подтверждение решения, ну и идут продажи. То есть если продажи есть, то, значит, отлично, значит, мы копаем дальше и увеличиваем количество этих продаж, то есть ищем, работаем именно в этом направлении.
Если на каком-то этапе, да, у нас что-то не подтверждается, то мы возвращаемся в самое начало и пересматриваем свою гипотезу. Возможно, мы ее как-то переформулируем. Что такое продукт? Продукт – это услуга или некий товар плюс его ценность, польза для наших покупателей. Все верно? То есть есть пирожок, он с мясом, есть люди, которые в данный момент хотят съесть этот пирожок, соответственно, вы предоставляете, продаете пирожок, а люди, они этот пирожок покупают, удовлетворяют свои потребности, становятся сытыми. В общем-то, если совсем просто, то таким образом мы должны понимать, как наш продукт таким же образом отвечает потребностям непосредственно наших покупателей. То есть все должно быть просто и понятно. И когда вы четко понимаете, кто ваша целевая аудитория, какой продукт вы ей предлагаете или услугу, и какую потребность вы решаете, в общем-то, у вас тогда все прекрасно, все замечательно, идут продажи, бизнес растет. Проблемное интервью. Проблемное интервью. Мы выявляем, есть ли проблема, как клиент ее сейчас решает, и определяем цену решения. Проблемное интервью мы проводим в том случае, давайте вернемся вот к нашему замечательному слайду, когда у нас неизвестна проблема. Проблема неизвестна, если взять наши пирожки, да? Так, секундочку. У нас, я вижу, что есть... Так, секундочку. Я извиняюсь, я вижу, что вы что-то пишете в чат, но он у меня закрыт, поэтому я не могу его пока открыть, наш чатик. Если есть вопросы, мне немножко... Вот, отлично, чат. Давайте я его открою. Угу. Один слайд очень быстро прокрутили. Да, я просто вернулась на предыдущий слайд. Продукт и ценность. Продукт и ценность. Это заголовок слайда был. Так, заголовок слайда. Продукт – это что такое продукт? Да? Это услуга либо товар плюс его ценность. Мы просто здесь даем такое некое определение продукту. Итак, проблемное интервью. Мы его проводим, давайте вернемся к предыдущему слайду. Мы его проводим тогда, когда у нас проблема неизвестна. Если проблема неизвестна, то мы проводим проблемное интервью. Так, прошу прощения, сейчас я вас немножко запутаю, потому что здесь, наверное, буду прокручивать, так, наверное, будет гораздо удобнее. Угу. Так, потихонечку. Вот, значит, наш слайд. Проблемное интервью. Вот, отлично. А как мы его проводим? Давайте вернемся к нашим пирожкам, будем сегодня про них говорить. Мы проводим его тогда, должны выявить, есть ли у человека проблема, как он ее сейчас решает, и определяем цену за решение данного, цену данного решения. Предположим, если мы понимаем, хочет ли кушать в данный момент человек, если он сытый, если он кушать не хочет, то, скорее всего, проблемы покупки прямо здесь и сейчас пирожка у него нет. Тогда мы можем копнуть дальше. А что он будет кушать вечером? Есть ли у него планы на вечер? Если мы задаем уточняющие вопросы и понимаем, что на ужин у него есть проблема, и, скорее всего, у него есть предположение, что он хочет именно пирожок, да? Либо он, например, понимает, что вечером ему нужно что-то поесть, но там, готовить он не планирует, а кушать что-то нужно, то, в принципе, если мы сейчас ему продаем этот пирожок, то мы решаем его проблему на вечер с ужином, даже если сейчас он абсолютно сыт. Вот оно, проблемное интервью. Оно не просто даже проблемное, здесь уже такое, оно на стыке с глубинным. Мы просто заглянули вглубь, да, чтобы определить, ага, сейчас он не голоден, но так как вечером он будет голоден, а у него ужина нет, то, в принципе, наверное, он... Ну, то есть ему будет здорово купить наш пирожок и съесть его вечером. Дальше переходим к решенческому интервью. Решенческое интервью определяем, готов ли клиент купить продукт
с предполагаемой функциональностью. Решает ли он его проблемы? Здесь вот о чем речь. Например, у нас есть только пирожки с мясом, и мы предлагаем клиенту купить пирожок с мясом. Мы выявляем, что человек голоден, да, он хочет кушать. Мы предлагаем ему купить, а он не покупает. Мы задаем уточняющий вопрос и понимаем, что, оказывается, этот человек просто не ест мясо, и поэтому как раз пирожок с мясом он купить не может. Отсюда решением может быть то, что мы расширяем ассортимент и предлагаем ему еще пирожки там, с капустой, с грибами, в силу того, что он с мясом просто не ест. Если у нас в данный момент этих пирожков нет, то мы понимаем, что данная там, функциональность, это конкретно пирожок с наполненностью с мясом, да, ему не подходит. Интервью про ценность. Если же есть клиенты, определяем, что именно они купили и в чем видят для себя ценность продукта. Предположим, у нас уже на данный момент есть клиенты, это первое, да, и они у нас уже покупают эти пирожки. Мы, в свою очередь, должны понять, почему именно у нас они их покупают, почему они купили их вчера, пришли купить их сегодня и, скорее всего, купят их у нас завтра. Здесь речь идет о том, что ценность в данном случае у клиентов разная. Но если мы проведем таких 20, например, интервью по ценностям, почему клиенты к нам приходят, мы сможем сформировать некую систему нашей уникальности, уникальности нашей компании, уникальности нашего продукта. О чем идет речь? Первое. Задавая такие вопросы, да, мы составляем список и потом можем транслировать эту ценность и вообще выявлять для новых покупателей, если ценности совпадают, да, то мы сможем этот товар или услугу тоже предложить нашим дальнейшим клиентам. Пример. Пирожки покупают у нас с мясом, потому что хорошее качество мяса, предположим, да, они стоят дороже, но качество мяса там, я не знаю, как дома, ну, допустим, как домашние пирожки, вот прям как у бабушки из печки. Это первая ценность. Вторая ценность, например, они всегда горячие. Ну, я не знаю, возможно это или нет, да, но предположим, они у вас всегда свежие и всегда горячие. Для нас это ценно. Третья, предположим, ценность – это то, что у них тонкое тесто. Ну, я не знаю, ну, например, да, то есть у всех других пирожков у конкурентов толстое тесто, а вот у вас оно тонкое, это здорово. Таким образом, когда мы провели интервью по ценностям, мы сформировали то, почему там клиенты нас выбирают, и дальше мы можем эту информацию использовать в своей работе там, с новыми клиентами. А что же такое проблема? Давайте поговорим в принципе, а что есть проблема для наших клиентов, для вас, да? Проблема – это обстоятельства, в которых человек предпринимает действия, чтобы решить свои сложности. Проблема становится проблемой, когда человек тратит на нее свои усилия, время или деньги. Здесь мы понимаем, что мне очень нравится пример с Почты России. Если мы вспомним какое-то время назад, я не знаю, как сейчас в регионах, но вот, например, я из крупного города, из Екатеринбурга, у нас еще какое-то время назад была большая проблема вообще взаимодействия с Почтой России. Чтобы мне там отправить какую-то посылку через Почту России, это нужно было идти, вот этот вот, понимаете, отстоять огромные очереди, я извиняюсь, выслушать какое-то недовольство со стороны персонала. Такие вот не очень удобные у них были помещения сами по себе, да, то есть вот все, что касается Почты России, для меня лично вызывало такой вот немножко стресс и негатив, и для меня это была большая проблема, поэтому, когда появились службы альтернативной доставки, СДЭК, Боксбери и так далее, для меня было важно то, что они решают вопросы моего комфорта, более быстрой доставки, более
Я не знаю, ну, то есть там было все для того, чтобы вот я могла просто взять, просто отправить посылку или там получить посылку и на это не тратить там время свое, не тратить там какие-то свои сверхусилия и так далее. И вот у меня была эта проблема, как и у многих, да, людей, потому что все же используют доставку, постоянно просто используют, сейчас это количество даже увеличивалось в связи с пандемией. Так вот, когда у ваших клиентов вы понимаете, что есть проблема в вашей сфере, и вы ее находите и помогаете ее решить, тогда эти клиенты становятся вашими. То есть через проблему, да, вот проблема, когда вы выявляете эту проблему у ваших клиентов, реальную, с помощью проблемного интервью, ценностного интервью, с помощью глубинного интервью, вы начинаете понимать их, и если вы реально можете решить эту проблему, клиент к вам вернется, придет, ну или там станет вашим клиентом, там станет вашим новым клиентом. А как же установить существующие проблемы, да? Ну вот вы, например, продаете продукт, оказываете услугу, у вас есть конкуренты, в принципе, понятно, что есть рынок, предположим, да, если это не какой-то инновационный продукт, где нужно именно такое проблемное больше интервью, такое решенческое, да, копать вглубь, вообще вот все это проделывать. Если, например, все достаточно понятно, как установить существование проблемы? Нужно собирать факты, подтверждающие существование этой проблемы. Не оценочные суждения или эмоции, а именно реальные проблемы. То есть вспомните, да, про книгу «Спроси маму как», вспомните о том, что да, люди нас часто просто нам отвечают «да» или «нет», да, то есть не хотят нас обидеть, либо хотят с помощью эмоций поддержать как-то вас, да, то есть вы говорите «вот, у меня есть проблема, я там не могу отправить посылку, вот это вот почта и так далее», а у ваших клиентов, например, ни у кого нет этой проблемы, потому что вы просто не знаете до сих пор, что есть альтернативные службы доставки. А ваши все клиенты уже знают и пользуются этими альтернативными службами доставки. Ну, там из серии вы просто плохо промониторили конкурентов и вот не знали, что есть, оказывается, уже другие службы доставки. Так вот, нужно собирать факты, копать вглубь, общаться. Дальше нужно разделять формулировку вопроса и интересующую информацию, то есть нужно понимать, да, в чем разница. И вместо прямых вопросов задавайте такие вопросы, которые позволят узнать факты, а не оценочные суждения. Сейчас приведу пример. Пример, как задавать правильно вопросы. Если мы просто спросим, как вы обычно отправляете посылку, они нам скажут, мы обычно ее отправляем там Почтой России. Что вы получили? Вы получили, по сути, ну, ответ на вопрос, как обычно. А если вы спросите более конкретный вопрос, как вы в последний раз отправляли посылку, то вы получите совершенно другой ответ. Например, ваш клиент скажет, а в последний раз я ее отправлял, предположим, 3 года назад. Я там, например, вообще не пользуюсь доставкой. Либо он скажет, а вот в последний раз, то есть обычно я отправлял Почтой России, а вот в последний раз я выбрал, например, СДЭК. И вот обычно я в Почте России мучился, а в последний раз я получил удовольствие, потому что я сидел дома, ко мне приехал там сотрудник службы доставки, забрал у меня посылку, я поставила галочку, и все, я забыла об этом. Поэтому правильно задавать вопросы вашим клиентам очень важно. Проверяйте, то есть задайте один и тот же вопрос в различных формулировках, чтобы убедиться, что в ответ слышите факты, а не представление респондента о социальных ожиданиях. Понимаете? Если задать вопрос, тебе нравится? Ты обычно какие пирожки кушаешь? Обычно я ем с мясом. А расскажи, какой ты ел в последний раз. А вот в последний раз я ел такой классный пирожок, он был, например, там не с мясом, а с мясом там и рисом. И я понял теперь, что я теперь буду есть только с мясом и рисом. И там только в тонком тесте, и только буду покупать вот в этом магазине, потому что, ну вот, очень классные. Понимаете, да? Тогда мы получаем больше фактов, реалистично. Идем дальше. Сейчас познакомлю вас еще одним очень классным, еще с одной очень классной такой методикой, инструментом, называется гайдлайн.
Это просто тоже инструмент, один из инструментов проверки гипотез. Очень классный. Сейчас я вам о нем подробненько на примерах расскажу. Что мы хотим узнать? То есть мы ставим некую гипотезу. Здесь приведу вам другой пример. Вот многие знают, что летом в больших городах люди пользуются велосипедами. В Москве это вообще сейчас очень развито. Например, они доезжают на метро до одной станции метро, берут там велосипед, и, например, какое-то расстояние там еще до работы они едут на велосипеде. Например, наша гипотеза выглядит следующим образом. Боятся ли угона велосипедисты, ну или там собственники велосипедов, боятся ли они угона или нет, ну или то есть им безразлично. Это гипотеза, то есть мы ее хотим узнать, мы хотим ее проверить. Дальше, какие факторы могут свидетельствовать в пользу того, что этот драйвер слабо влияет на производительность? То есть, другими словами, какие факты могут свидетельствовать в пользу отклонения гипотезы? Бросают ли велики на улице, не пристегивают их, оставляют в общественных местах? Понимаете, да? И какие факторы могут свидетельствовать в пользу того, что этот драйвер значимо влияет на производительность, то есть в пользу подтверждения гипотезы? Вспоминаем еще раз. Я понимаю, для некоторых это сложная информация, но мы должны в этом разобраться, чтобы потом мы могли вместе с вами применить все эти знания на наших клиентах. Итак, вернемся к нашей гипотезе. Бросают ли велики на улице? Не пристегивают ли велики на улице? Оставляют ли их в общественных местах? То есть действительно ли люди, они либо боятся, либо не боятся угона своего велосипеда? Так вот, первое, если они бросают на улице, не пристегивают и оставляют, да, то, скорее всего, они не боятся. Да? И второе, если они пристегивают на цепочку, оставляют на специальных охраняемых парковках, например, ставят их в определенные там такие как бы небольшие ограждения, где ну, там, велосипед тоже под присмотром, то значит они боятся угона велосипеда. Все верно? А какие вопросы мы можем задать, чтобы узнать про эти факторы? Как мы можем это узнать? Давайте вот вместе прямо сейчас подумаем. Мы должны задавать уточняющие вопросы, правильно? Чтобы нам копнуть вглубь и вообще понять, нам нужно задавать вопросы уточняющие. И они примерно будут выглядеть следующим образом. А бывает ли так, что вы оставляете велосипед на улице, когда куда-то приезжаете? Пристегиваете ли вы его или нет? То есть уточняющими вопросами мы можем понять, есть внутренний страх или нет. И мы здесь можем тоже получить очень много дополнительных для себя факторов. Например, человек может нам ответить, у меня нет личного велосипеда, я пользуюсь только велосипедами одной компании, и у них они уже обо всем позаботились. Я доезжаю из точки А в точку Б, паркую велосипед на специальной парковке, прикрепляю, и все, у меня нет вообще этой ни страха, ни проблемы. Понимаете, да? То есть мы узнаем еще больше информации. То есть, оказывается, мы получаем информацию, что есть уже компании, да, мы делаем выводы, которые позаботились о том, чтобы человек брал в аренду велосипед, доезжал из точки А в точку Б и имел возможность припарковать там, оставить и не думать о его безопасности. Все, мы снимаем все страхи про нашу гипотезу, боятся ли угона. Нет, эти люди не боятся, потому что компания, где они берут велосипед, там условно в аренду из точки А в точку Б доехать, уже позаботилась об этом. Она предоставила специальные места для парковки этих велосипедов. И страхов у потребителей нет. А вот если, например, человек скажет, да, я оставляю на улице, и для меня это проблема, потому что вот я езжу, передвигаюсь по городу на своем личном велосипеде, и я вот, например, все время тестирую там на AliExpress, заказываю всякие разные замочки,
потому что у меня был неприятный опыт, мой велик угоняли. Ну, то есть велосипед мы просто там украли, я потом его не нашел. Теперь я поэтому переживаю по этому поводу, я покупаю специальные такие замочки там всевозможные. Сейчас, например, вот на Алиэкспрессе, например, нашел вот этот вот классный. И когда я приезжаю куда-то, так как это мой велосипед, у меня есть страх, что его угонят, я его зацепляю, ну или там ставлю на специальную парковку. Классный инструмент, нравится вам, поставьте плюсики. Я понимаю, что материал непростой, несмотря на то, что мы вроде бы с вами сегодня повторением занимаемся, мы сейчас уже скоро подойдем к финалу, Дмитрий много вчера об этом рассказывал, но мне хочется, чтобы к моменту нашей сегодня практики, которой мы с вами займемся, у вас все разложилось по полочкам. Дальше мы переходим к такому варианту. Хорошо, мы определили проблему, проблема есть действительно у клиента. А сколько времени и денег клиент тратит на это сейчас? Какую ценность в деньгах принесет решение? И есть ли сопоставимые аналоги? То есть, когда мы определяем стоимость нашего продукта, да, мы понимаем, например, мы решили создавать специальные замочки для этих велосипедов. Мы понимаем, что времени и денег клиент тратит сейчас вот столько-то. Он, например, уже нашел решение там, по небольшой стоимости где-то на Алиэкспресс, спокойно доставляет себе эти замочки, но ему нужно, например, ждать. И если в какой-то момент замочек сломался, то там у него может быть проблема, что он с Алиэкспресса 2 недели или 3 будет ждать этот замочек, и он будет нервничать, потому что он будет бояться оставлять велосипед на улице. Тогда вопрос, если я ему прямо сейчас подарю, или там не подарю, а продам этот замочек, вот не 2 недели ему нужно ждать, а прямо сейчас, то сколько он в деньгах готов за это заплатить? То есть из серии, да, понятно, что мы предполагаем, что это будет дороже, чем на Алиэкспресс, но мы готовы ему его проблему решить здесь и сейчас. И есть ли среди конкурентов, например, здесь и сейчас уже аналоги? Есть ли, например, магазины, которые уже предлагают эти замочки по какой-то стоимости? То есть мы таким образом определяем стоимость. Участники, подскажите, пожалуйста, уважаемые, как вы меня слышите, насколько воспринимается информация, насколько понятно? Есть... Все понятно, все понятно. Все, отлично, отлично. Слышно хорошо. Все, здорово, здорово. Отлично, тогда мы бежим дальше, чтобы все у нас... Отлично, все отлично. Времени осталось сегодня на нашу практику. И что же мы получаем на выходе? Давайте резюмируем, да, вот этот материал. На выходе мы получаем следующее. Подтвержденная гипотеза проблемы у какого-то ограниченного сегмента, описанный сегмент аудитории, предположение о справедливой цене решения этой проблемы, понимание создаваемой клиенту ценности и ценного предложения. Ну, давайте вот на примере нашего уже не пирожков, да, мы там и про пирожки поговорили, и про велосипеды. Давайте тогда про велосипед вот резюмируем, что же мы на выходе получаем. А получаем следующее, что гипотеза, например, у нас подтвердилась, да, не хотят велосипед оставлять на улице без присмотра. Сегмент этой аудитории – это тот, кто пользуется только личными велосипедами, потому что те, которые берут в аренду, у них этой проблемы нет, об этой проблеме позаботилась компания уже, предоставляя в аренду, которая... предоставляют в аренду велосипеды. Предположение о справедливой цене решения. То есть мы понимаем, что мы можем продать только в тот момент, когда замочек условно сломался, и человек не готов заказывать с Алиэкспресс. Либо человек вообще не готов заказывать на Алиэкспресс, он хочет просто эти замочки покупать в своем городе быстро и в тот момент, когда ему будет удобно, но при всем при этом он там готов переплачивать какую-то стоимость. Ну и понимание создаваемой клиенту ценности и ценностного предложения, то есть мы предлагаем, например, ему доставку этих замочков, мы предлагаем ему удобное место расположения покупки этих замочков, мы предлагаем ему огромное количество выборов различных цветов, можем даже гравировку сделать, я не знаю, там какие-то специальные, может быть, уникальные крепления, удобные, да, то есть мы, возможно, предлагаем ему некий ассортимент. Вот таким образом. Ну что, идем дальше. Пример интервью и разбор ошибок. Здесь для вас я подготовила прямо пример, который хочу для вас зачитать из книги, о которой вы уже слышали. «Спроси маму как».
Фицпатрика. Фицпатрик написал эту книгу. Потрясающая книга. Скачивайте, читайте, знакомьтесь с ней. Это такой прям, знаете, ввод в начало проверки гипотез. И, в общем-то, книга, с которой нужно, если только задумались начать бизнес, да, свой, только появилась какая-то идея, вот первое, нужно прочитать эту книжку. Давайте прямо из этой книжки я вам сейчас зачитаю классный пример. Я думаю, этот пример вам поможет уже перейти к нашему практическому заданию. Сейчас вот всю теорию, которую мы с вами разобрали в течение 30 минут, мы резюмируем, и я надеюсь, все будет понятно. Читаем. Итак, здесь мама и сын. Сын подходит к маме и говорит: «Мам, у меня родилась идея для нового бизнеса». Коллеги, вот вспомните себя, была же такая... И часто возникает, что вы вот бизнес ведете, и постоянно какие-то идеи, мысли, особенно вот сегодня у нас участница с утра дала фидбэк, такую обратную связь, говорит: меня там, у меня инсайты получили, появились, я хочу идти проверять новые гипотезы какие-то, мы вот с командой уже все это обсуждаем. Так и здесь. «Мам, у меня родилась идея для нового бизнеса. Могу ее с тобой обсудить?» «Да, конечно, дорогой. Тебе ведь нравится твой iPad, и ты часто им пользуешься?» «Да». А купила бы ты для своего iPad приложение наподобие кулинарной книги? Хм. Оно будет стоить всего $40. Это ведь дешевле, чем книги в твердых переплетах? Ну, не знаю. Ты сможешь делиться рецептами с подругами и пользоваться приложением для iPhone, чтобы составить список покупок. И там будут видеоролики с шеф-поваром, которого ты так любишь. Мама: да, сынок, звучит заманчиво. Ты прав. $40 – хорошая цена. И там будут иллюстрации к рецептам? Да, конечно. Спасибо, мама. Ты у меня лучше всех. Хочешь немного лазаньи? Мам, у меня родилась идея для нового бизнеса. Могу ее с тобой обсудить? Я собираюсь открыть перед тобой свою душу. Пожалуйста, пощади мои чувства. Да, дорогой. Ну, то есть, это, знаете, красненьким написано... Такой вот подтекст. Да, дорогой, конечно. В этот смысл она говорит: ты мой единственный сын, и я готова лгать, чтобы тебя защищать. Мы сейчас здесь разбираем смыслы под тем, что на самом деле. Посмотрите, как здорово. Тебе ведь нравится твой iPad, и ты часто им пользуешься? Да. Мама говорит: ты подсказала мне этот ответ, и ты его сам же и получил. Это может быть, знаете, из серии iPad-то есть, но пользуюсь я им, дай бог, там, я не знаю, раз в 2 месяца, предположим. А купила бы ты для своего iPad приложение наподобие кулинарной книги? Я задаю гипотетический вопрос, и ты знаешь, что я хочу от тебя услышать. То есть он в своем вопросе навязывает ей покупку. Мама в этот момент думает, нужна ли мне в моем возрасте еще одна кулинарная книга. Ну, то есть, понимаете. Он дальше говорит: она будет стоить всего $40. Это ведь дешевле, чем книги в твердых переплетах. Я пропущу мимо ушей эту невнятную реплику. Вот возвращаемся к ней из серии «Хм», да? Ну, там мама вообще непонятно, что имеет в виду. Она имеет в виду, там, нужна ли мне еще одна книга. И продолжаю рассказывать о своей прекрасной идее, потому что сыну кажется, что идея просто гениальная. Мама опять отвечает: ну, не знаю. Она задает себе вопрос: разве за приложение вообще что-то нужно платить? Дальше идем. Разбираем вот эту вот ситуацию. Ты сможешь делиться рецептами с подругами и пользоваться приложением для iPhone, в общем, составляет списки покупок и так далее. Ну, то есть вообще там предлагает просто какой-то нереальный формат. Пожалуйста, он хочет сказать, скажи мне «да», ведь я от тебя не отстану, пока ты мне этого не скажешь. Это, знаете, как продажа в лоб. Вроде бы ты продал, а деньги не получил. Дальше идем. Да, нормально. Да-да-да, слушай. Да, сынок, звучит заманчиво, ты прав. $40 – хорошая цена. И там будут иллюстрации к рецептам. Я подтвердила обоснованность цены, не принимая фактического решения о покупке. Сделала комплимент, который меня ни к чему не обязывает, и предложила добавить функцию, чтобы выглядеть заинтересованной.
Понимаете? Вот сейчас просто берите эту ситуацию и анализируйте вот вы и ваши клиенты. Мы очень часто с клиентами общаемся именно в таком формате. Да, конечно, спасибо, мама, ты у меня лучше всех. Сын интерпретировал этот разговор, что все классно, все здорово, мама готова за $40 купить книжку. И в этот момент мама говорит: хочешь немного лазаньи? Боюсь, сынок, тебе не на что купить себе еды, пожалуйста, поешь немного. Вот, дальше смотрим, разбираем эту ситуацию. Привет, мама, как складывается твое общение с новым iPad? Я в него буквально влюбилась, каждый день им пользуюсь. И что ты обычно делаешь с его помощью? Итак, мы задали общий вопрос, поэтому в ответ на него мы, понятно, не получим ничего ценного, мы получим такой же общий ответ. Да ничего, читаю новости, играю, общаюсь с подругами, самые обычные вещи. А для чего ты его использовала в последний раз? Уточнение реальной картины на конкретных примерах, да? Вот сейчас, да, мы сейчас уже разбираем реальную ситуацию, как, по идее, нужно, да, проводить вот это вот интервью по поводу приложения. Мама, ты знаешь, мы с папой планируем отправиться в путешествие. Я искала возможные варианты проживания. Она пользуется своим гаджетом, совмещая приятное с полезным. Это не прозвучало в ответе на вопрос об обычном использовании. Сын дальше уточняет: ты пользовалась для этого каким-то приложением? Этот вопрос можно назвать наводящим, но иногда легким толчком, чтобы перевести беседу в интересующее нам русло. Да? Ты пользовалась для каким-то вообще приложением? Нет, я искала информацию в Google, не знала, что для этого есть какие-то приложения. А как оно называется? Молодежь использует для поиска приложение App Store. Это такая, знаете, вводная, незаконченная, чтобы вас немножечко заинтересовать и подтолкнуть к прочтению этой книги, чтобы вы у меня остались максимально замотивированными. Я оставила здесь такую недосказанность, но большую часть примера вам привела как нужно. Выше был пример, как не нужно делать, как не нужно общаться с клиентами, а этот пример, как нужно общаться со своими клиентами и проводить кастдев. Если честно, в конце вы можете дочитать эту историю, она там совсем небольшая, и суть заключается в том, чтобы правильно научиться проводить вот наше с вами интервью. Остался интерес? Появилась мотивация прочитать книгу? Поставьте плюсики, у кого появилось желание прочитать книгу и узнать, что же там дальше будет. Как же сын решит проблему и продаст ли он ей приложение или нет, либо он, возможно, в ходе этого интервью найдет какое-то новое решение. Отлично, отлично, замечательно. Плюс-минус, плюс-минус, плюс, плюс, плюс. Ну, в любом случае, вам решать, да, читать книгу или нет. Прекрасно. В общем, прочитав этот параграф до конца, вы поймете, как на самом деле стоит общаться со своими клиентами. Ну а мы вот в этой книге, да, с вами теоретическую часть сегодня закончили. Какие-то моменты мы освежили, исходя из материала, который был вчера. Какие-то моменты, я надеюсь, что для вас были новыми. Ну, а теперь ваша очередь, и мы с вами переходим к практической части. Для практической части вам сейчас необходимо... Секундочку, я тогда переключаюсь просто на экран полный. Так. Экран, наверное, мне можно уже выйти из нашей презентации. Да, показать вот слайды, то, что были в начале, чтобы заскриншотить их. Давайте, да, конечно, давайте. Давайте пробежимся сейчас по скриншотам, по первым слайдам. Спасибо вам большое за внимание, за презентацию. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Наверное, вот сейчас хотела бы все-таки ответить на ваши вопросы по слайдам. Да. Давайте. Ага, вот я вчера пыталась как раз-таки такие первые интервью делать. Всем привет, всем добрый день. И вот, оказывается, самое сложное — это задать первый вопрос, потому что, в принципе, нельзя же сужать, вот как этот мальчик, да, подводить к
проблеме, чтобы там тебе не врали, допустим. Первый шаг, он каким должен быть? Он, в принципе, должен быть таким вроде бы неконкретным, каким-то не то, ну, не, чтобы не сужать вот ответ, да, человека. А говорит Анна, да, Попова? Да. Анна, да, хорошо. Чтобы не сужать, а давайте прямо сейчас в теории пройдемся и найдем ответ на ваш вопрос. Смотрите. Угу. Давайте начнем вот с самого главного. Проблема уже известна у клиента? Известна ему или известна мне? Вот важный факт тоже. Ну, вам проблема, да, конечно. Вам проблема известна? Проблема. Мне известно, поэтому я предлагаю вот некое решение. А это точно его проблема? Или вы предполагаете, что это его проблема? Тогда по-другому задам. Ну, он сам подтвердил в ходе вот беседы нашей. Он вас обманул? А он вас обманул? Или у него правда есть такая проблема? Вот я не знаю, не в курсе. Ага. Ну вот, тогда и нужно проверить, он вас обманул или у него действительно есть проблема. Какую проблему он обозначил? Он обозначил, что для, для развития, для выхода на следующий жизненный уровень, для больших результатов, ему не хватает таких людей рядом, которые этого уже добились. У него нет к ним доступа. Он как бы варится в своем соку, грубо говоря, да, с такими же людьми, как он, с результатами, как он. Что вы ему хотите? А? Вы ему что продать хотите? Я ему хочу продать встречу с известным, результативным, успешным человеком, который бы ему помог этот барьер пересилить, перейти. Вы услуги ментора продаете? Ну, не только... Нет, это не услуги ментора, это встреча, тет-а-тет, персональные встречи с известными людьми. Вот так пока мы обозначили. И что он вам ответил? Готов купить? Он ответил, не знаю, насчет готовности купить я не очень сильно уточняла, потому что, ну, вчера мы остановились на том, что нельзя сужать ответы этих людей, да, то есть задавать максимально открытые вопросы, чтобы узнать вообще, есть ли проблема. Нет, но если у вас диалог льется, у нас вообще задача любого интервью, понимаете, в зависимости от того, на какой стадии вы с человеком находитесь. Ведь можно за одну встречу продать товар или услугу. У нас в любом в бизнесе это любая, понимаете, если вы в ходе интервью уже можете продать, это значит, вы просто мастер, вы, значит, просто здорово входите и можете... интервью. Вот мне просто, у меня недостаточно вводных, да, что вы продаете, что вы выявляете, почему остановились, не стали предлагать решение, чтобы тут же получить ответ. Я продаю, вот, ну, как я уже сказала, персональные встречи с известными людьми. Нет, он уже все, он готов купить, если я ему предложу человека, который бы ему был интересен, он уже все готов приобрести. Вопрос, почему не предложили этого человека? Ну, потому что в первой диагностической сессии нашего акселератора мне сказали, что нежели чем просто вот тет-а-тет, там персонально уже B2C продавать эти встречи налево-направо, да, тебе лучше создать некое закрытое сообщество, куда ты будешь этих людей призывать, и внутри этого сообщества еще сделать такой аукционный принцип, чтобы ценник на эти встречи и ценность самое главное, да, что не каждый имеет вообще доступ к этим встречам, чтобы даже участвовать чисто в аукционе. И сделать некие, ну, в общем, ценности придать побольше. Вот так вот решили. Угу. Тогда нужно проверять вашу гипотезу, сказать, ну, то есть нужно копать дальше, да, нужно понять, он за одну встречу реально может решить свою проблему или ему нужен комплекс встреч? С этой стороны, да? Да. То есть нужно понимать, да, как он видит свое участие, сколько он готов этому уделять времени, как быстро он хочет решить эту проблему, ну, то есть решить для себя, да? Угу. Как он, сколько готов заплатить за это денег? И в зависимости уже из этого, да, из той информации, которую вы получите, вы можете дальше там, клуб продавать, одну встречу продавать, то есть, ну, ваша задача сейчас вход в это сообщество продать, а что вы ему можете предложить? То есть вы можете, да, сказать, одна встреча вам дает вот это, но если вход в сообщество, вы получаете постоянную поддержку, я не знаю, там, наставников, менторов, там, то-то, то-то,
какие-то показывать бенефиты этого клуба, я не знаю, встречи с единомышленниками, и у него уже появляется в том числе, да, выбор. Таким образом, вы можете видеть потребности, а что люди готовы, за что они готовы платить. То есть копаем дальше. Хорошо. А я как-то, да, остановилась на этом моменте. Ага, хорошо. Мне чем нравится эта тема, я вообще люблю тему каздева, потому что на протяжении своей работы, вот знаете, нельзя обесценивать свой прошлый опыт. Вот прошлый опыт мой, он связан с интервью. За период своей работы в сфере HR я провела более 10 тысяч интервью с соискателями, когда работодателю находила соискателя. Это, знаете, всегда такой процесс продажи, услуги. Компания продает себя соискателю, соискатель продает себя компании. И в любом случае один заинтересован больше, другой заинтересован меньше. Это все время такая, это прям, знаете, многоступенчатые продажи, особенно учитывая, что мы закрываем сложные вакансии, да, очень такие многоуровневые позиции. Вот там я научилась каздевить просто прекрасно. Поэтому уверена, что сегодня мы с вами плодотворно поработаем. Тогда смотрите, если вопросов у нас нет, я предлагаю сейчас каждому из вас попробовать обозначить некую гипотезу, да? Гипотезу, которую вы хотите проверить. Что мы хотим узнать? Давайте на примере гайдлайна. Мне нравится, это очень простой такой инструмент, очень удобный. Попробуем составить гипотезу, которую вы хотите проверить в вашем бизнесе. Далее составить вопросы, которые подтвердят, какие факторы могут свидетельствовать в пользу того, что этот драйвер слабо влияет на производительность. Вспоминаем наш велосипед, наша гипотеза. Мы знаем, мы хотим узнать, не боятся ли люди оставлять велосипеды, там в общественных местах, не боятся ли люди, что их велосипед, допустим, кто-то угонит, да? Вы также можете свою какую-то гипотезу поставить в рамках своего бизнеса. Далее составить список вопросов, которые будут свидетельствовать, что не боятся, и вопросы, которые там боятся. То есть прямо накидать список предполагаемых вопросов. И дальше список вопросов, как можно узнать про эти факторы. То есть как мы вообще про эти факторы можем узнать? Есть у вас велосипед или нет? Где вы его сейчас оставляете? Как вы его храните? Что вы делаете? Больше открытых вопросов. Применяйте в том числе информацию, которую мы выше, да, обсудили. Как вы делали это в последний раз? Это потрясающий вопрос. Задайте, скажите, пожалуйста, Анна, вы этот вопрос клиенту своему задавали? Как вы делали это в последний раз? Вот у вас есть проблема, вы не можете выйти там в жизнь, да, либо в личность. Что он вам сказал? Как он в последний я пообщалась с 4-5 предпринимателями, но так как они люди уже такой доход вышли, их интересует развитие, им важно менторство, да, они вот сказали то, что у них есть такой запрос, и как они пытались самостоятельно решить, они сказали, это очень неудобно предлагаться кому-то самому, а еще тому человеку, у которого вечно времени нету, да, ну, ментор — это человек очень занятый в любом случае. И вот они сказали, что есть некий большой барьер, и они сами это никак не пытаются, так как им неудобно решить этот вопрос самому, именно самостоятельно. А если кто-то бы взялся за организацию этого, они бы, ну, сказали, соответственно, с удовольствием мы бы воспользовались. Отлично. Я услышала, Анна. Сейчас нам нужно выделить время на скрин. Ребятки, презентацию закрываю. Выхожу из демонстрации нашего экрана. Так, все. Евгения, мы готовы? Коллеги, подключайте все видео, всех ждем. Какие у нас прекрасные просто предприниматели. Замечательно. Все, сейчас сделаем буквально 2 минуточки скрин. Ну все, Евгения, я так понимаю, что мы закончили.
Марии камера со вчерашнего дня не включается. Очень жаль. Надо перезагрузить, возможно, компьютер, разобраться в настройках. Ну что, а мы идем дальше. Уважаемые участники нашего акселератора, давайте с Анной. Анна, я ответила, да, на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Полностью ответ получила. Удовлетворена. Ну что, тогда скажите, понятно ли задание? Сейчас мы с вами, каждый уходит на 10-минутную самостоятельную работу, берет блокноты, ручки, ставит некую гипотезу в рамках своего бизнеса либо в рамках своей бизнес-идеи, и уже на основании этого мы сегодня у нас, сейчас я посмотрю, ага, у нас 5, примерно 25 человек, да? Даже, наверное, больше. Прекрасно, нас много. Я тогда постараюсь сегодня в силу нашего времени разобрать 5 примеров, поэтому готовьтесь. Будем, кто готов, ставьте плюсики. Нам нужно видеть пример вопросов по презентации «Алгоритм». Я сейчас тогда загружу презентацию еще раз, покажу вам. А вы не делали, да, принтскрины? Не записывали вопросы, ответы, не фиксировали, да? Насколько я понимаю. Просто там у нас было сегодня несколько методик, которые мы можем использовать. А, то есть вам сказали, что преза будет выложена, поэтому вы не фиксируете. Ну, окей, такой вариант тоже возможен. Я в любом случае на будущее, когда вы проходите обучение, настоятельно рекомендую делать записи, потому что в этот момент у вас идет фиксация, и вы можете, когда делаете записи, сразу понимать. Так. Выключите, пожалуйста, звук. Да, выключите, пожалуйста, звук. Так, вот, первый вопрос, пожалуйста, запишите его, который сейчас я бы советовала каждому из вас использовать. И мы перейдем к гайдлайну. Вот в таком формате. Угу. Сейчас посмотрю наш чатик. Быстро листали. Татьяна, все, я поняла. Прошу прощения, очень быстро. В следующий раз буду помедленнее. Услышала вас. Хорошо. Давайте, наверное, тогда ориентироваться на гайдлайн. 10 минут я тогда засекаю на самостоятельную работу. 10 минуточек. Да, да, слушаю. Есть какие-то вопросы? Сколько вопросов надо придумать? Я не ограничиваю вас в количестве вопросов, но эти вопросы должны отвечать вашей цели. Что мы хотим узнать? То есть вы задаете вопросы, и потом мы поработаем в парах. В парах будем работать следующим. То есть у нас будет один человек, который потенциально будет ваш клиент, новый. Мы из нашей группы выберем одного человека, который будет клиентом, а другой человек будет проверять свою гипотезу. И будем прямо в этом формате рабочем разбирать эти гипотезы. То есть у нас такой групповой чат с вами есть, будут люди подключаться, писать какие-то дополнения, мы будем разбирать конкретно вашу ситуацию. У нас по времени есть 1.5 часа. Я предлагаю нам разобрать 5-6 примеров. Кто-то будет гипотезу проверять, кто-то будет клиентом. Итого у нас будет задействовано примерно 10-12 человек. Все остальные будут наблюдателями. Поверьте, роль наблюдателя – это очень важная роль. Вы можете со стороны фиксировать и давать тоже дополнения, свои какие-то идеи. Думать, а как вы можете, какой бы вы вопрос задали на месте, например, предпринимателя, да, который проверяет свою гипотезу. Поэтому давайте 10 минуточек на вашу самостоятельную работу. Каждый относительно своих идей и бизнесов пишет. Одну какую-то гипотезу вы выбираете. Пишите там по 3 вопроса, предположим. 3 вопроса, факторы, которые могут свидетельствовать в пользу того, что этот драйвер слабо сработает, сильно, да. И вопросы, вот я думаю, 3-5 вопросов. То есть какие вопросы можно задавать, чтобы узнать про эти факторы?
Будет человек велосипед оставлять на парковке, и нужно ли ему будет его закреплять на замочек? Либо он просто оставляет в общественных местах, страхов никаких нет, велосипед никто не угонит, велосипед никуда не денется. И почему? То есть глубинные такое интервью, вопросы для вашего клиента. Готовы? Поставьте плюсики в чате, кто готов. Если хотите, в качестве примера оставлю вам вот этот вот пример правильный, по крайней мере, начало правильного примера. Отлично, готово. Все, тогда приступаем. В 11:15 мы с вами выходим в общий чат. И все, и продолжаем уже групповую работу. Извиняюсь, меня слышно, да? Да, отлично слышно. У меня такой вопрос, я вот опоздал на несколько минут, потому что там, когда по СМС проходишь, там пароль просит почему-то. Вот, вопрос касательно самой акселератора. Сколько дней это будет длиться и со скольки до скольки это будет? Василий, это хороший вопрос, он не относится к встрече нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня интенсив. Сегодня у нас диагностическую сессию проходили? Нет, я просто сейчас в другом акселераторе, там просто у меня IT-проект, а сам я предприниматель, вот тоже интересно. Но время есть проходить, как бы, я хотел бы вот конкретно узнать, сколько это будет длиться. Сергей, у меня встречный вопрос. Василий, вы напишите в чат ваш номер телефона. Я вам сейчас напишу либо в WhatsApp, либо в Telegram, и мы с вами уже на организационные вопросы все я отвечу. Угу. Все, вижу номер телефона, я вам сейчас напишу. Спасибо, спасибо. Ну все, тогда продолжаем. Через 15 минуточек выходим все на связь. Коллеги, скажите, пожалуйста, насколько вы готовы? Наше время закончилось, поэтому я предлагаю начинать потихонечку. Поставьте плюсики, если кто-то не закончил в процессе. Я думаю, что наших обсуждений вы сможете гораздо быстрее ответить на свои вопросы, сформулировать их. И мне хотелось бы у вас уточнить, кто хотел бы первым обсудить свою ситуацию. Давайте дадим, наверное, возможность тем участникам, кто у нас еще не выступал, не задавал вопросы, потому что нас достаточно много, и хотелось бы, чтобы каждый из вас получил максимальную пользу. Скажите, а можно начать мне, да, первой? Слышно меня? Да, да, Любовь, слышно. Я просто, у меня со звуком сегодня... Ой. Да, что у вас со звуком? Не фонит, просто фонило, я убирала. Угу. Сейчас все хорошо, да? Да, все отлично, ничего не фонит. Мне кажется, все замечательно. Угу. Давайте эту демонстрацию экрана, если вы не против, уберу. Простите? Так, все, демонстрацию. Убрали, да, демонстрацию? Все верно? Да, убрали. Ну что, тогда приступаем к нашей практике сегодня. Работы будет много. Весь последующий час мы будем с вами заниматься практическими заданиями. Давайте, Любовь, да, с вашей ситуацией. Тогда для каждого представиться, назвать гипотезу, может быть, даже там одно предложение, не больше одного предложения, да, в чем суть бизнеса, что будете какую гипотезу проверять, и далее вопросы, которые вы составили. Скажите, да, добрый день. Вы в качестве клиента, на котором будет любой проверять гипотезу. Есть у нас желающие, кто бы хотел быть клиентом? У кого окно открыто, шум, может быть, кто-то на улице находится? Есть ли у нас желающие побыть в качестве клиента? Если нет,
буду выбирать счастливчика сама. Я могу быть клиентом. Так, кто у нас? Кто у нас? Александра Иванова. Ну, Александра, прекрасно. Все отлично. Все, Любовь, готовы? Начинаем разбирать. Да. Значит, гипотезы начинаю, да? Да, давайте вводные и потом звонок клиенту. Будем прям разбирать ваш звонок клиенту. Мы считаем, что большое число сотрудников предприятий имеют ограниченное время для принятия обеда, которое они бы хотели быстро поесть, вкусный обед по доступной цене. Это вот некая гипотеза. Правильным ли мы направление? Обратную связь. Гипотеза понятна, да? Да. Мне понятно. Угу. Значит, что как... Я начинаю с вопросов, да, сразу? Да. Что, как правило, вы предпочитаете на обед? На обед? Я предпочитаю поесть. Так. Какие блюда вы, как правило, предпочитаете на обед? Ой, ну это вот как Бог пошлет, где застанет, как говорится, вот то и поем. Каждый раз все разное. Хорошо, ну как же задать тогда вопрос? Хорошо, в какую стоимость в последний раз вам обошелся обед? Так, ну если посчитать обед, когда я ела в общепите, да, в последний раз мне это вышло, ну, чуть больше 1000, по-моему. Ну, около 1000 рублей. Ну вот когда вы крайний раз, в последний раз, Александра, обедали, какие блюда в эту 1000 вошли? И так, ну, почтение в еде. Да, я помню, что это была рыба с гарниром там в река озеро Лес, там такое интересное пюре было из брокколи, и кофе, и был десерт еще. Вот, это я очень хорошо помню, потому что я часто к ним хожу и это ем. Скажите, пожалуйста, а как часто вы покупаете готовые обеды? Как часто? Покупаю я готовые обеды практически никогда. То есть я либо ем дома, либо я ем там где-то в кафе и встречаюсь с людьми параллельно. А чтобы где-то купить и поесть, такая потребность вот бывает прям редко. Вы не сотрудник офиса, я чувствую, Александра. Нет, я не сотрудник офиса, да. Ага. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, ну а с какими проблемами чаще всего вы сталкиваетесь, когда покупаете готовый обед, обедаете в кафе, в ресторане? Ну, когда я иду в ресторан или в кафе, я никаких проблем не вижу, да. Всегда есть и место, и возможность. А вот если покупать где-то с собой, то мне не нравится обычно там упаковка такая, и ну, можно испачкаться, вот поэтому я стараюсь не покупать еду, чтобы есть ее где-то вот, ну, лучше нормально раздеться, сесть уже за столик, вот так. То есть комфорт очень важен для вас. Ну, даже я когда правильно? Я работала, мне не очень нравилось носить с собой вот еду куда-то, именно потому что ну, может что-то вылиться, разлиться, рассыпаться, а потом чистка одежды дороже стоить будет, чем ты поел. Ну, как-то вот так. Скажите, Александра, вы были, ну, давайте так абстрагируемся, вы были сотрудником офиса, да, и вы обедали. Да, я когда постоянно работала в институте, то там бывали случаи, когда мы обедали, ну, что-то заказывали, доставку какую-то. Ну, тоже очень редко, но бывало. И с какими проблемами вы сталкивались, когда заказывали эту доставку? В основном это бывает долго. Ну, то есть, если мы не выходим с работы, это значит, нам нужно очень быстро перекусить. Но, вот, ну, насколько я помню, основная проблема была, что вовремя не доставят, когда это нужно.
Ну, и скажите, качество, пожалуйста. Конечно, но это уже как бы зависит от поставщика. Мы можем тут выбрать, да, да. Mm-hmm. А вот с доставкой проблемы бывали и довольно часто. А скажите, пожалуйста, вот это уже вопрос к нашему обучающему. Я прошу прощения, я просто позже вошла, не помню имени. Меня Наташа Попова зовут, если Любовь, вы ко мне обращаетесь. Вот видите, здесь у нас всех участников, если вы расширите экран, вы увидите, в том числе, как меня зовут. Используйте, пожалуйста, коллеги, IT-технологии, используйте Zoom, все его возможности, посмотрите, все имена есть. Если вы откроете экранчик, вы сможете кликнуть. Наталья, вы знаете, я сомневаюсь, как правильно Александре задать следующий вопрос, да? Проблематика еще... Люб, У меня есть одна, я знаю, есть одна проблема в офисах, но я не знаю, как правильно задать вопрос так, чтобы человек мне ответил точечно. Например, отсутствие возможности в офисах подогревать готовый обед зачастую. Вот как спросить, сформулировать данный вопрос по поводу микроволновок там или чего-то еще? Как вот это сделать? Ну, так, как-то вы согревали, если вот она остывшая, да, приехала? Ну, вот как-то так, может. Uh-huh. Мы согревали, у нас микроволновка была. Я бы на самом деле отмотала немножечко чуть раньше. Uh-huh. Диалог с Александрой бы, возможно, закончила уже на тот момент, когда она сказала, что я не являюсь офисным сотрудником. Uh-huh. Она не ваша целевая аудитория. Либо я бы начала проверять просто, если у вас есть еще другие гипотезы, я бы начала проверять гипотезу таких людей, как они сейчас решают вопрос с едой. Как они их сейчас решают? Uh-huh. Она не офисный сотрудник, это не ваша целевая аудитория. Uh-huh. Вы сейчас копаете не в свою целевую аудиторию. Ясно. Она придумывает то, что у нее было там из серии 10 лет назад. То, что вообще актуально, когда действительно 10 лет назад, может быть, были проблемы с доставкой. Сейчас эти проблемы есть. То есть мы сейчас, понимаете, сидим здесь и вот придумываем. Она придумывает вам. Вы придумываете ей, вы тратите, по сути, свое время. Согласны? Нет, но подождите, мы хотели отработать инструменты. О том, что Александра сказала, я не сотрудник офиса, это уже мы тогда не практикуемся или что мы делаем? Я же думала, что мы сейчас как бы закрепляем материал, и человек ответил, я не сотрудник офиса, я должна была что сделать? Больше не продолжать закреплять материал. С кем еще можно поговорить? Вот вчера подсказывали такой вопрос. С кем можно поговорить? У вас есть сотрудники в компании, а у вас знакомые, которые сейчас работают в крупных компаниях. А можете мне кого-то представить, кто работает сейчас из ваших знакомых в компании? Ой, классный вопрос, да. Пишите, пожалуйста, эти вопросы. Рекомендация. Также, да, у меня есть такие знакомые, которые как раз ищут очень часто и не могут найти хороших поставщиков обедов для своих работников. Я могу вам дать их контакт. Замечательно. Смотрите, я еще хочу обратить внимание. Рекомендации. Вы звоните в компанию. Вы знаете, что, например, в компании отвечает за закуп обедов, ну, предположим, да, там сотрудник, ну, там офис-менеджер, ну, предположим, я не знаю, там, либо за закуп канцелярии отвечает офис-менеджер. Или там вам нужно продать продукт обучения для бухгалтера. Вот вы, если будете продавать продукт для бухгалтера, общаться с менеджером по продажам, вы никакой информации ценной, ну, по сути, для себя не получите. А если вы... он вас соединил с бухгалтером, то есть вам нужно преодолевать во время еще диалога, знаете, находить людей, кто принимает решение. Это как продажи, понимаете? Мы сейчас, когда КСДЭП проводим вот эти вот интервью с нашим потенциальным клиентом, наша задача найти человека, чью проблему мы хотим решить. Возможно, это проблема директора компании. Он, допустим, давно думал о том, централизованное питание и даже уже выделил на это бюджет, но у него, например, пока руки не дошли найти компанию, которая организует это питание. И вот вы звоните, Любовь. Поэтому нужно копать именно и находить людей, кто будет платить за это. Да, согласна. Очень верное направление. Ну что, отличная ситуация, Любовь. Скажите, полезна ли была такая практика, либо хотите еще какие-то вопросы задать? Готовы обсудить. Понятно, где ваша, да, задача? Куда
копать. Да, честно говоря, я именно для себя хотела понять, насколько верным путем я иду. У меня были сомнения, да, в части того, как это сделать. Да, понятно, достаточно понятно. Я поняла свое, скажем, затык, ошибку на определенном этапе. Да, спасибо, все понятно. Немножко надо глубже изучить этот момент. Но в целом сам ход понятен. Да. А какие вопросы, давайте еще раз резюмируем, вы выписали? Повторите их просто. Гипотеза была, что большая часть сотрудников, которые работают в офисе, имеют ограничения по приему пищи. Ограниченное время, да, в которое они хотели бы скушать. Время вы поставили. Угу. Время, ну и цена доступная сейчас немаловажная в данный период, угу, с учетом ситуации. Угу. Цена какие и время. Какие вопросы у вас были? Какие вы выписали вопросы? Вы имеете в виду, которые я изначально составляла? Да. Какие три вопроса вы выписали, которые вы планировали задать? В какую стоимость в последний раз обошелся вам обед? Это вот я, имеется в виду по стоимости. Это самый первый вопрос у вас такой, да? А, нет, первый был, что, как правило, вы предпочитаете на обед. Это я вот первый был вопрос у меня. Что, как правило, вы предпочитаете, может быть, добавить из блюд на обед, я не знаю. Здесь первый вопрос должен быть, почему с Александрой пошли не туда? Вы вообще в офисе работаете, вы на работу ходите, вы вообще работаете? У вас вопрос, большая часть сотрудников, которые работают в офисе, соответственно, в проекте. Вы работаете в офисе? Вы офисный сотрудник? Логично. Вы сейчас дальше, да? Он вообще обедает или нет? Может быть, у них школа есть на предприятии, он работает, обедает там. Вы последний раз где обедали? Последний раз там. Окей, хорошо. То есть я правильно понимаю, вы обычно там обедаете? Ну, допустим, он говорит, я обычно обедаю в городской там, в столовые предприятия. Окей, здорово. Вы вообще, в принципе, обычно там обедаете? Ну, обычно. То есть последний раз? Ну и потом, чтобы мало ли, последний раз это исключение. Обычно, например, там, так. Уточните на всякий случай. Ну, он там, да, обычно там. Так. Дальше. Во сколько обходится по стоимости средний ваш обед? Такая-то сумма, да? Допустим, он говорит, вот столько. Сколько вы последний раз заплатили за обед? Вот столько заплатил. А сколько времени вы раз потратили на пищу? Вот так вглубь проверяем и доходим до истины. Записали все? Коллеги? Что, простите? Да, вот. записали эти уточняющие вопросы? Вот когда мы конечно. И дальше мы возвращаемся к нашей табличке. Помните нашу табличку, да? Про велосипед. Давайте все сейчас ее вспомним. Сейчас напомню, какие. У нас была проблема у велосипеда. Будут угонять. Ну, то есть нужно ли беспокоиться о том, что его угонят или нет. Есть ли у вас гипотезу, есть ли проблемы с приемом пищи или нет. Ну, то есть ограничения, да, по приему пищи есть или нет временные. Если этих временных нет, а вдруг есть какие-то другие. Холодно, например. Например, ему холодно выходить просто, он не хочет. Ну, вот зимний, да, период у нас очень... У нас эхо очень сильное, и я прошу прощения, я выглядит как перебиваю. Я к тому, что у нас когда период вот этот зимний, да, и... Пятьдесят градусов мороза, у нас, как правило, люди, большая часть машины свои ставят в гараже, и пешком далеко не уйдешь, и холодно, и времени нет. Ну и, в общем-то, проблема такая существует, что действительно время, холод, ну и... Ну, то есть, возможно, нам в качестве, вот вы говорите, время, а может быть, у них времени достаточно, но у них есть другие проблемы, покопают, да, еще. То есть, почему они будут показывать, да, а не выходить в улицу? В общем, здесь нужно глубже изучать. Глубже. Да. Но вектор понятен, да, куда двигаемся? Выяснять, офисные сотрудники или нет. Александра, спасибо вам большое за работу в качестве клиента. Я вам отключаю, коллеги, звук и переходим к следующему кейсу.
Кто готов следующий выступить со своим кейсом, со своими вопросами? Скажите, пожалуйста, вот если у меня продукт конкретно для только предпринимателей, то насколько вы на ком угодно апробировать? Или мне подобрать респондента конкретно предпринимателя? Анна, смотрите, мы сегодня вкратце вашу ситуацию затронули, поэтому если вы не против, да, сегодня лично разобрались. Давайте, да, хорошо. Спасибо. Можно другим участникам. У нас, посмотрите, как много. Я всегда благодарна тем, кто у нас инициативен, активен, но мне всегда хочется еще и дать возможность выступить. Ясно, спасибо. Да. Спасибо, да, я наблюдаю с удовольствием. Спасибо, отлично. Ну что, коллеги, кто еще готов? А, можно я попробую? А, точнее, могу... Пожалуйста. Она и наша гипотеза, точнее, моя гипотеза, это то, что большинство наемных сотрудников, у которых есть амбиции, теряют время и деньги, не имея четкого, не имея карьерной стратегии. Начиная от успешного прохождения собеседования до становления руководителями. Так, давайте сформулируем более четко гипотезу. Какая гипотеза? Пока непонятно, что мы будем проверять. Давайте попробуем еще раз. Мы верим в то, что... Если у человека нет карьерной стратегии, то он теряет время и деньги. Что такое карьерная стратегия? Это устраивание своей карьеры. Либо он хочет расти в горизонтальном направлении, либо в вертикальном направлении. Либо же у него есть определенное желание, но не выбирает именно... выбирать неправильно ту сферу, в которой он хочет работать, развиваться. Что вы предлагаете? Мы предлагаем онлайн-курсы, в котором рассказываем, как выстроить свою карьерную стратегию. Отлично. Коллеги, участники нашего акселератора, скажите, пожалуйста, кто бы хотел выступить в качестве клиента? Может быть, у кого-то отличная тема, интересная стратегия, не только, может быть, да, в плане построения карьеры, в плане построения бизнеса, ну, так или иначе. Кто хочет быть в качестве клиента? Есть ли у нас желающие? Давайте я. Лена Хакимова. Лена, да? Лена, вы у нас еще не выступали. А вот еще раз, у вас Сая, да? Сахаяна, да, Сахаяна. Сахаяна, я прошу прощения, не полностью ваше имя высвечивать. Сахаяна. Все хорошо, Сахаяна, тогда звонок делайте Елене. Гипотеза понятная. Ну, давайте тогда начинать. Здравствуйте, Елена. Подскажите, пожалуйста, согласны ли вы с утверждением, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом? Ну, конечно. Угу. Подскажите, пожалуйста, каким образом работали ли вы в найме? Да, или работаете ли на работали? Отлично. Подскажите, пожалуйста, вы когда работали в найме, были ли вы руководителем, заведующим, либо ну были ли на руководящих должностях? Правильнее так спросить. Я была преподавателем и была заведующей. Ну, в разных должностях была. Была и немножко руководящих, была и не руководящих. Отлично. Каким образом вы стали заведующим кафедрой? Кафедра, я правильно понимаю, что кафедра? Нет, это было отдел учебного заведения. Ну, можно так сказать. Было да. Как это происходило? Вкратце, как это произошло? Я получила диплом, пришла в учебное заведение, где я раньше училась, и директор мне предложил сразу должность. Угу. Вы сами заранее говорили о том, что вы хотите стать заведующим, либо к вам это пришло неожиданно по показателям вашей работы? Нет,
Я ничего не предлагала, просто мне пришло такое предложение. Я даже не предполагала. Какие из ваших работ вы считаете стали ключевым моментом, что вам предложили эту должность? Ну, ключевым моментом, я думаю, директору было, наверное, удобно работать с сотрудниками, которых он уже знал. Потому что я училась в этом училище, и он меня... Я училась, понимаете, при этом директоре. И он 3 года меня обучал, и как бы, может, израстил своего сотрудника. Я думаю, вот это было ключевой момент. Дополнительно какими-нибудь инструментами из интернета, интересуется из интернета, вы пользовались в управлении персонала, либо же для каких-то управленческих решений? Ну, в тот момент не было интернета. На данный момент, я так понимаю, что мы находитесь в акселераторе и решили поменять сферу деятельности, либо же ее дополнять параллельно. Ну, вы знаете, вы спросили меня о руководящей должности. На руководящей должности я работала давно, когда еще не было интернета. Вот. В данный момент я тоже, как можно сказать, руководящей должности, но это у меня не бюджетное предприятие, я же предприниматель. Вот, вы спрашивали про бюджетное именно предприятие. Про бюджетное, и вы сейчас являетесь полноценным предпринимателем. Я поняла, я подумала, что вы сейчас работали недавно в бюджетной сфере в найме и решили стать предпринимателем. В бюджетной сфере я работала, ну, скажем, пусть недавно даже, но я работала не в руководящей должности. Пользуетесь ли вы сейчас услугами коучей или менторов? Да, пользуюсь. В каком формате вам удобно проходить? Очно или, ой, в смысле, офлайн или онлайн вы проходите? Ну, я пользовалась и офлайн, и онлайн. От какого формата вам было более эффективно? Офлайн. Офлайн. Угу. Если бы вы пользовались услугами коуча или ментора, допустим, 10 или 15, ну, давайте тогда несколько лет тому назад, я не знаю, сколько вам лет, поэтому предполагать не буду, немного раньше, чем вы сейчас, вам было бы это намного полезнее? Добились бы ли вы других результатов. Отлично, ну, спасибо думаю, вам большое. У меня вопросы закончились. Спасибо. Прекрасно. Я все вопросы записала. Давайте прям вот по порядку. По порядку будем разбирать. Схаяна, какой вы вывод можете сделать на основании, как вы вообще оцениваете эффективность данного интервью, которое вы только что провели? Вопросов, во-первых, было больше, чем 5-3, их было гораздо больше. Ничего, это нормально. Но у меня вопрос к вам. Какую информацию вы получили? Какую информацию я получила? Я получила от Елены то, что она, когда стала руководить, то, что она согласна с тем, что иметь карьерные амбиции, это нормально. Она согласна с утверждением, что плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. С этим она согласна утверждением. А вот да. Дальше вы сказали, что иметь карьерные амбиции, что? Что клиент подходит по моему целевому аудитории, что у нее есть карьерные амбиции. Неважно, там в предпринимательской сфере, либо же в найме. Она хочет быть руководителем. Ну, для себя такой вывод сделала. Вы такой вывод сделали. А давайте теперь спросим Елену. Правильно ли это? И вообще, Елена, вы что-то поняли про карьерные амбиции? Я поняла, что человек хочет, собственно, продать мне офлайн-курс, видимо, обучение. Из вашего разговора этого не поняла вообще ни разу, вот честно.
Я лично ничего не поняла. Но ладно, интересно. Вы поняли, а на основании чего вы тогда поняли, что она вам хочет продать онлайн-обучение? Просто в следующем нашем кейсе мы не будем озвучивать цель, что клиент хочет предложить вам. Просто здесь вы знали, о чем идет речь, да? Знали. Не знала, я поняла это из ее вопросов. Она не говорила, что она хочет. И какую она вам хотела услугу предложить? Ну, я в конце так поняла, в принципе. Но какую это не повлияло на мои ответы. На какую услугу вам хочет предложить? Ну, я думаю, человек, наверное, хочет заниматься офлайн и онлайн обучением и, наверное, думает, как лучше, онлайн или офлайн, и будут ли у нее клиенты приходить на ее офлайн обучение по, видимо, может быть, психологии, допустим, по картине, ну, по человеку, как. А, наговорила она, да, предприниматель, грубо говоря. И подхожу ли я, собственно, для ее категории? Смотрите, сейчас мы все с вами придумываем. Просто сидим и придумываем. Как тот мальчик, сын, который задавал вопросы своей маме. И вы, Елена, придумываете, просто додумываете, сидите. На самом деле у нас нет никакого предложения для вас. Оно не было озвучено. Были просто вопросы. Ну, я просто ответила, как есть. Да. Хорошо. А Сахаяна, она тоже придумывает. Ей кажется, что вы подходите под ее целевой клиент, под ее целевой портрет. Во-первых, скажите мне, пожалуйста, я заметила такой важный момент, то, что вопросы все были закрытые, на которые можно было ответить либо да, либо нет. Как вы считаете, вот даже самый первый вопрос, да, фраза, ну вот про солдата, вы с ней согласны? Либо да, либо нет. Вот скажите, у нас первое правило, да, это задавать открытые вопросы. Поэтому, Сахаяна, первое, вот то, что я заметила, еще раз пробегитесь по вашим вопросам и попробуйте их переформулировать в открытые вопросы. Хорошо? В открытые вопросы. В открытые. Там, даже по поводу вашего первого вопроса. А что вы думаете по поводу... Как вы думаете, о чем эта фраза? Да? Ну и вообще, когда первый звонок идет к клиенту, и вы хотите выявить, проверить вашу гипотезу, вы представляетесь, и ваша задача ей продать онлайн-продукт, все верно? Онлайн-менторство, онлайн-курс. Все верно? Нет, у меня же получается гипотеза, и проверить, есть ли проблема или нет проблемы. А какую проблему проверяете еще раз? Что я если бы человек вертикально или вертикально, он теряет время и деньги. Вот вы конкретно Елену выявили, она теряет время и деньги. Она ответила на последний вопрос о том, чтобы если бы она пользовалась услугами коуча или ментора несколько лет тому назад, то у нее уровень жизни был бы сейчас намного лучше. Она это может проверить. Понимаете, что это она врет? Никто не может вам дать честный ответ, что было бы, если бы вы и если бы бы. Все врут. Прочитайте книгу. Это Елена вам только что соврала. Лен, вы не знаете, было бы у вас лучше или нет. Ну, по идее, да, я же могу только предположить. Пожалуйста, давайте вот честно. Мы сегодня с вами... Не, ну я думаю, что было бы по-любому лучше, но я могу только предполагать, я же не бог. Конечно, вы даете социально желаемый ответ. Было бы лучше? Ну, конечно, было бы лучше. Вот, понимаете? Мы все врем, поэтому вопросы нужно менять. И давайте сейчас я попробую вместе с Еленой Сахаяна разобрать вашу ситуацию вместе. Давайте разбирать. Первый вопрос, на мой взгляд, который нужно было бы задать. Вообще поинтересоваться, чем Елена сейчас занимается. Лен, чем вы сейчас занимаетесь? Расскажите, пожалуйста. В данный момент, сейчас? Да. Я на больничном листе, болею дома. Сотрудник. Вы болеете сейчас дома, все верно?
Хорошо. Удобно вообще говорить? Как себя чувствуете? Ну, вот я понимаю, что вы болеете. Вообще говорить удобно? Удобно, нормально чувствую, да. Отлично. Лен, скажите, пожалуйста, вот Наташа меня Попову зовут, да, мы вот здесь сейчас вообще хотим провести такое исследование. Много сейчас вообще везде пишут и говорят о том, что если человек выстраивает некую карьерную стратегию, то он, возможно, будет четко видеть свои цели и понимать, как их достичь, если будет пошаговый план действий. Мы вот сейчас тоже изучаем этот вопрос. И скажите, вы вообще сейчас на данный момент работаете или нет? Ну, вообще работаю, но сейчас, в данный момент, вот уже 2 недели нет. На больничном, потому что. А работаете где? У меня своя пекарня. Твоя пекарня. Хорошо. А вообще на данный момент 2 недели не работаете, потому что болеете или потому что что-то с бизнесом, ну там, может, какие-то другие есть причины? Нет, потому что я болею. Угу. И, собственно, это болезнь, соответственно, и скомпоновалась с некоторыми другими причинами и привела, собственно, мой бизнес в остановку. Куда привела бизнес? Простите. Бизнеса. Пекарня сейчас простаивает, не работает. Не работает пекарня. Все верно? Вообще не работает? То есть вы сейчас там одна... А где сотрудники тогда в этой пекарне? Ну, просто, чтобы мне понимать. У меня сотрудников было мало. Вот. Это мало были только... Угу. У меня только повара. Вот. И наемные сотрудники по доставке. Ну, раз у меня нет продукции, сотрудники как бы автоматически, они были не на постоянной основе. А вы что выпекали? Просто чтобы понимать. Вы говорите повара, а говорите, что у вас пекарня. Я так понимаю, что в пекарне работают повара или пекари? Ну, пекари. Пекари, и значит, собственно... это были не повара, а пекари. Пекари, да, ну, пекари. Отлично, хорошо, хорошо, хорошо. А что случилось с сотрудниками? Куда они делись? Один пекарь у меня работает в 2 пекарнях одновременно, то есть в моей и в другой. Никуда не делся, просто ждет, когда я откроюсь. А что значит откроетесь? Я правильно понимаю, пекарня, у вас-то какие функции тогда получаются в пекарне? Почему вот вы заболели и пекарня закрылась? Это как-то связано между собой или нет? То есть какие ваши задачи сейчас в пекарне? Ваши личные? Да, это связано, потому что лично я выполняю определенные функции, я доставляю непосредственно товар до потребителя. Так, стоп, вы доставкой занимаетесь? Я не доставкой занимаюсь, ну, я развожу по магазинам продукцию. Я поняла, то есть вы занимаетесь доставкой готовой продукции? Готовой продукции до магазина, да, именно, не до клиента, то есть, а то до магазина. Это единственное, чем вы занимаетесь? То есть, если мы сейчас найдем человека, который будет осуществлять доставку, я правильно понимаю, производство начнет работать без вас? Нет. Хорошо, какие есть тогда еще причины? Почему производство? Я занимаюсь закупом продукции еще, продуктов. Хорошо. Сбором заявок. Закуп у вас каким образом происходит? Вы прямо по магазинам ездите, физически закупаете? Да. Угу. То есть, по сути, если человек будет, который с машиной, который закупит все это, потом доставит, так же, как и вы сможете оплатить ему деньги, производство начнет работать. Да, может, в принципе. А можно сейчас где-то взять этого человека? Нет. Сколько вы в день теряете денежных средств? Нет, нельзя? Нет, я не доверяю никому. А, то есть все идет от вопроса доверия? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что доверие – это вообще такой очень важный момент в бизнесе. И об этом во многих книгах написано, и эксперты говорят, что бизнес может расти и развиваться только тогда, когда мы грамотно сможем делегировать и доверять. А не доверяете почему? Ну, во-первых, я не доверяю, потому что я, в принципе, доставку продуктов можно сделать так, чтобы эту продукцию привезли. Половина продукции я договорилась уже, мне могут доставить до пекарни. То есть вопрос с доставкой решен, все верно?
ну, на 80% там остается довести все равно немножко, самому что-то закупить немножко, уже немножко. Ну, процент 20 продукции надо закупить, остальное все равно. Остальное можно сделать так, чтобы то есть производители сырья привезли непосредственно на объект. Окей, хорошо. Что с доверием, что с 20% по поводу закупа? Почему закуп нельзя делегировать кому-то? Не только закуп, но и закуп еще можно делегировать как-то. А вот продажу, саму доставку, не то чтобы водитель за рулем ехал, а непосредственно саму продажу до магазина, договориться с магазином, вот, чтобы они твою продукцию взяли. Вот этот момент очень сложен для человека. Так, Елена, давайте, у нас появилась еще одна проблема. Я правильно понимаю, у вас не заключены договора с магазинами, которые принимают вашу продукцию? Письменных договоров нет, да, только устные. Только устные. То есть в любой момент вы можете привезти продукцию, и вам откажут? В принципе, да. Вы можете заключить письменные договора? Письменные договора, я думаю, что можно, но не со всеми. Смотрите, у нас выявилась конкретная цепочка событий. Первое, чтобы вам решить этот вопрос раз и навсегда, вне зависимости от того, кто будет выполнять эту функцию, чтобы ваше производство в дальнейшем не остановилось, нужно, первое, заключить договора, второе, взять человека, который будет заниматься закупом и доставкой, и, соответственно, ваши силы и ваш опыт направить на развитие бизнеса. Я вижу, что действительно процесс делегирования очень сложный, и у нас есть сейчас классный онлайн-курс, на котором мы четко разбираем вот все эти вопросы. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно посмотреть на этот курс? Да. Я тогда отправлю вам информацию. Ознакомьтесь, пожалуйста, когда могу перезвонить, чтобы мы с вами более детально обсудили, потому что если вы оплачиваете в течение 24 часов, мы от этой суммы делаем еще 20% скидку. Ну, хоть сегодня можете отправить. Хорошо, все, спасибо, тогда остаемся на связи. Так, спасибо всем за данный кейс. Кейс интересный, сложный, как и любая ситуация в бизнесе. Теперь хотела бы услышать обратную связь. Скажите, коллеги, в том числе участники, кто не принимал, а был в качестве наблюдателя, что вы сейчас увидели? Поделитесь, пожалуйста, отрефлексируйте некую обратную связь. Мария Романова. Голосом можете, Мария, говорить или только можете писать? Давайте обсудим. Давайте, наверное, тогда обсудим сначала с Саяной. Так, не вижу у нас. Наталья, здравствуйте. У меня просто дело в том, что по закону подлости полетел интернет в ноутбуке. Я часть не услышала. Перезаписи я, конечно, все прослушаю и только через телефон. Вот зашла. Я, честно говоря, ради вас это все делала, потому что это ваш бизнес. Да, я понимаю, мне очень жаль, потому что я, ну, записи только могу посмотреть и дать обратную связь. Прям хорошо, хорошо. Тогда, если вы не против, если кто-то может дать обратную связь из наших участников, можете отрефлексировать, пожалуйста. Можно я дам обратную связь? Да, конечно. Давайте вашу обратную связь, если вы присутствуете. Ну, я присутствовал, я прослушал, вот, как вы, как сказать, провели интервью, то есть вы наладили контакт, получается, сделали первый этап с клиентом, то есть вы с ним завершили, можно сказать, сделку, то есть вы отправляете коммерческое предложение, чтобы он просмотрел, то есть вы получаете информацию, когда вы можете перезвонить, то есть чтобы наладить второй контакт. И третий момент, вы получили всю необходимую информацию для составления хорошего коммерческого предложения. Месте. Елена, скажите, пожалуйста, я вот в ходе данных вопросов выявила вашу реальную проблематику? Да, вы выявили. По поводу договоров, это действительно моя проблема. И когда я покупала пекарню, в общем, я просто не знала вот этот, ну, так, вот эти вещи. И когда буквально через 3 дня я поняла, что я купила пекарню без реальных, ну, подписанных на бумаге договоров, имеется в виду. Вот. И я поняла, что эта проблема вот, возникла. Но договора есть устные. Ну, это я просто как по-простому плыханулась, да? Вот. И я это поняла через 3 дня буквально. Да. Но на начальном этапе я не понимала вот этой сути, именно вот письменных договоров с магазинами. Я думала, как бы устные
будет достаточно договоренности. А как выяснилось, что нет. Хорошо. Ну, понятно, что мы продаем там курс сейчас Сахаяны, это по некому карьерному росту, и я просто не знаю, что входит в этот курс, но я предположила, что в этот курс, например, входит работа с договорами, предположим, там еще какие-то навыки, ну, просто курсы бывают разные. Предложила, например, вам конкретно этот блок, который, во-первых, решит вашу задачу там легко делегировать, да, а вторая, но у вас здесь немножко другая ситуация, здесь на самом деле проблема вот такая, и мне нужно было с помощью конкретно моего продукта помочь ее как-то решить. На самом деле вам нужны юристы, которые составят договор, на основании этого договора вам нужно будет подписать его со всеми заинтересованными лицами, пролоббировать это, да. Здесь также можно сказать, мы в нашем курсе учим, ну, я не знаю, быть проактивными в плане отстаивания своих личных границ и интересов, в том числе и в жизни, и в бизнесе. И вы тогда думаете о том, что, ну да, действительно, этот курс, скорее всего, мне нужен. Окей. Да. Яков, спасибо вам за ваше дополнение. Елена, вам спасибо то, что побыли в роли клиента. Сахаяне, спасибо, что поделилась своей ситуацией. Скажите, насколько полезны вот такие разборы? Поставьте плюсики, ответьте кто-то голосом, отрефлексируйте. Может быть, кто-то еще хочет поделиться сейчас своей обратной связью. Готовы выслушать? Рефлексируйте, делитесь, пожалуйста, очень интересно. Все здорово, все хорошо. Отлично. Да, это именно для этого нам нужна практика сегодня, чтобы разобрать ваши ситуации, которые у вас сейчас в бизнесе, чтобы вы потом вышли и начали каздевить с вашими клиентами. Наша задача сегодня практика. Коллеги, у нас есть еще время. Кто следующий, кто у нас смелый, кто хочет получить сегодня супер пользу? Ждем. Ждем вас. Я хотела бы поучаствовать, если можно. Александра, мне очень нравится ваша активность. Я все понятно. Уже вы сегодня у нас были в качестве клиента, да? Давайте посмотрим. Хочется вовлечь. Да, если желающих не будет, то готова. Да, да. Давайте все-таки посмотрим, кто еще готов, у кого есть ситуация. Наталья, можно тогда я задам ситуацию, но я бы хотел бы пойти не по тому механизму, который, ну, все обрисовывают, то есть поиски проблем. Если сделка, например, работа с клиентом долгоиграющая, например, там, в течение полугода, то есть это в области, можно сказать, сектор B2B, то есть это строительная сфера, это производство оборудования, то есть и там идет, получается, проектирование, согласно проектированию задается технико-коммерческое предложение, там стоимость, ну, определяется оборудование, и этот процесс, на самом деле, он там, ну, там, имеет определенные перерывы там, в течение нескольких там, недель, там, 2-3 недели, может быть, месяц. И вообще, как стоит вести диалог, то есть, если информация уже вся необходимая получена, и предложение уже составлено, то есть, на какие можно рычаги еще, как сказать, то есть, на какие рычаги можно давить, чтобы привести к положительному результату. Давайте попробуем для начала сформулировать гипотезу. Информации много. Процесс вашей сделки я прекрасно понимаю, что да, у нас есть сделки, которые полгода и год идут. Но чтобы нам оценить клиента, его платежеспособность, нам нужны вводные данные. Что конкретно, на каком из этих этапах вас сейчас не устраивает, и что на этапе длительной сделки вы хотите изменить. И давайте как раз на этом этапе сформулируем с вами сейчас гипотезу. Давайте помогу в плане формулирования гипотезы. Вижу, что есть сложности. Да, есть сложности, потому что я хочу определить, ну, риски, то есть они заключаются в тех моментах, что стоимость могут предложить меньше, то есть в период переговоров, там другая организация, либо условия, то есть либо вопросы качества, там, с кем они уже работают уже там, и может быть такой момент, что уже есть определенная договоренность других сторон, то есть что будет закуп проведен уже, то есть, ну, другого оборудования. То есть я правильно понимаю вашу ситуацию? Вы полгода готовите сделку, и она просто может в какой-то момент не состояться. То есть да, информация может быть вся необходимая предоставлена, но закуп этого оборудования может быть в следующем году.
Так все работают на вашем рынке? Практически да, наверное. Сколько сил, энергии, трудозатрат ваших сотрудников вы тратите на подготовку? Я один, получается, представляю интересы этой компании здесь, в Якутии, то есть я являюсь, ну, как сказать, на партнерском, являюсь партнером этой организации, то есть производитель, он находится вне нашей республики, и я работаю сам лично, как сказать, с клиентами, и также отвечаю за некоторые объекты по строительству. То есть вы занимаетесь поиском контактов? Да, поиском контактов, налаживание связи и так далее. Вот. Какой объем своего времени вы тратите на то, чтобы эту документацию подготовить? Всегда ли она разная? Всегда ли она отличается? То есть есть ли какие-то шаблоны? Что это за документация? Это согласно проектно-сметной документации, там составляется, там указываются необходимые габариты оборудования, то есть мощности оборудования. Как время тратите? Давайте исходить из временных ресурсов. Ну, где-то 2-3 часа. 2-3 часа. И вы потратили 2-3 часа для того, чтобы потом понять, состоится сделка или нет? Нет. Тут, понимаете, просто, как сказать, не просто вот составить документацию, а... Ну, просто это очень тоже, как сказать, есть сложность в том, что нужно вести долго клиента. Я просто хотел бы узнать, какие можно еще дополнительные инструменты узнать. То есть, смотрите, у вас нет сформированной гипотезы, у вас есть просто отсутствие, возможно, каких-то навыков и компетенций, как склонить клиента на то, чтобы он у вас именно купил. Так, ну, здесь что я могу сказать? Здесь просто в вашем случае нужно изучать клиента. Клиента, все продажи длительные, это всегда риск, что вы ведете клиента, он потом идет и покупает у кого-то другого. Поэтому ваша задача как можно больше в процессе ведения этого клиента узнавать информацию по поводу того, где он еще, что он еще, какие ему еще условия предлагают, и понимать, вы действительно можете так же, либо, ну, нет, ваша компания не может, и, к сожалению, там, хоть полгода, хоть год вы его будете вести, он все равно сделает предложение не в пользу вашей компании. Например, там, ключевым фактором у него является стоимость, или ключевым фактором являются сроки, в течение которого, времени которого вы там осуществите ваш контракт. И здесь уже в зависимости от этого вы ведете диалог. То есть вникайте в клиента, осуществляйте продажу, сделку, узнавайте больше. Прочитайте книгу, посмотрите, чтобы клиенты вам не врали. Вот мы сейчас отрабатываем как раз вот это. Чтобы они не врали вам. Чтобы вопросы были открытыми, чтобы информация была четкая, которую вы получаете. Вот как сейчас мы, например, с Еленой провели. Было полезно? Ну да, было им полезно то, что вы, как сказать, когда вы задавали вопросы, это абсолютно было полезно, да. Вот это, по сути, ваша работа, вам, как человеку, который с клиентом... Нет, но я просто сразу предупредил, что я не хочу сейчас обсуждать, ну, моменты гипотез, я получил всю необходимую информацию, боль и так далее. Я просто спросил вас, какие есть еще дополнительные инструменты, чтобы связываться со своим клиентом в период длительного времени, чтобы его не потерять тоже. Может, там... Конечно, я звоню, получается... Связываться посредством переписки, звонков, информирования и глубинных интервью. Цикл сделки вы знаете, на каких этапах сделка может пойти не так, как вам нужно. Берете каждый цикл сделки, ставите на контроль и контролируете. А также все время общаетесь с клиентом, узнаете новую информацию. То, что было у него в начале, это не значит, что в конце у него то же самое. Он тоже в этот момент получает из других источников, значит, информацию. Понимаете, да? Да, я понял. Теперь понял. Отлично. Давайте тогда, спасибо, Яков, все-таки разберем некий кейс. Скажите, пожалуйста, у кого есть гипотезы? Вот вы сейчас все 15 минут работали, у вас была гипотеза сформирована, были сформированы вопросы. Кто готов данную гипотезу поделить? Я бы хотела. Мария Романова, давайте. Мария, отлично. Сейчас мы тогда найдем. Давайте.
вашу ситуацию? Ну, понятно, например, предлагать курсы, предлагать там выпечку, да, предлагать какие-то услуги. А вот как предложить мне алкоголь? У меня алкогольный магазин. То есть, ну, я начну, наверное, вопрос там, если вам 18 лет. Какая у вас гипотеза? Гипотеза. Гипотеза. Как вы написали на своем, в своей записной книжке, вот сейчас задание у нас было для всех, как вы сформулировали гипотезу? Культурно пить — это не вредно. Как-то так. Так, культурно пить — это не вредно? Ну, я вот сидела, думала, что-то как-то вот у меня не пошло. Поэтому я хотела посоветоваться. Какие вопросы вы составили? Три вопроса. Как вы будете... Первый вопрос. Если вам 18 лет? А второй вопрос. Там, посещаете ли вы бары, рестораны? Это второй вопрос. И третий вопрос. Какие коктейли вы предпочитаете? Соответственно, я узнаю, что мой собеседник, он выпивает или нет. Наталья, ты не против, если я чуть, извини, что немножко вмешался. Я просто могу поделиться опытом, который был. Смотрите, вы здесь можете, ну, если у вас есть вина, это белое и красное, мы делали такую штуку, это к ужину, какое вино лучше подойдет, и то, что за ужином бокал вина, это вполне как бы нормально, естественно. Вот, и попробуйте вокруг этого поиграть, ну, как раз то, что говорит, пить — это не вредно, да, но здесь очень важный момент, зачастую мы не знаем, там, какое вино может подойти к рыбе, и какой рыбе может подойти, к какому мясу может подойти, какое вино красное, да, там, белое, в этом нужно очень хорошо как бы разбираться и понимать, и у меня был кейс, когда компания, она как раз на этом, на экспертности, понимание вин, сорт вина, там, сухое, сладкое, полусладкое, кому какое может подойти, под какое мероприятие это вино может подойти, и под предпочтение подбирали, ну, вот эти вот вещи. И мне кажется, вот это очень ваша мысль, что вы хотите сделать. Я ухожу на минуту, извините. Классное дополнение, Саш, спасибо большое. Тогда, коллеги, скажите, кто готов побыть в качестве клиента? Вот у Марии есть гипотеза, культурно пить не вредно, есть вопросы. Кто готов в рамках кейса? Может ли Мария выявить вашу потребность и продать вам отличный винный напиток на вечер? Давайте я. Давайте, Алексей. Мария, готова? Да, постараюсь, попробую. Давайте. Так, здравствуйте, Алексей. Подскажите, пожалуйста, есть ли вам 18 лет? Есть. Алексей, как часто вы посещаете бары, рестораны? Ну, я так скажем, раз, может, в неделю. Один раз в неделю. А вы... Так, сейчас минуточку. Что вы думаете о фразе, что бокал вина за ужином повышает аппетит и улучшает пищеварение? И снижает уровень стресса. Да. Не захотелось добавить. Ну, я как бы к этому отношусь как бы неплохо, но... Как говорится, у каждого свой вкус. Ага. Скажите, пожалуйста, часто ли вы едите мясо? О, да. Ага. А вы знали, что к красному мясу идеально подходят грузинские вина? Вот этого я не пробовал. Ага. По той причине, что... мясо грузинское, у них обычно не оленина, потому что у них, во всяком случае, как я знаю, у них это баранина. Так что, не знаю, соотношение оленины с красным вином, затрудняюсь ответить.
Я хотела бы вам сказать, что и под оленину идеально подходит красное вино. Оно повышает хорошо, аппетит. Хорошо. Надо бы пробовать. Но я буду откровенен. Я буду откровенен. Как-то этот вино как-то оно с нашим мясом как-то, ну, так скажем, слегка мягкое. Нам более грубое нужно. Все, я поняла, хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, как вы думаете, под оленину пойдет холодная рюмочка, запотевшая рюмочка холодной водки? Да, пойдет. Особенно, когда на улице морозно. Вот сейчас как, температура как бы минусовая идет. Вот как раз, да. Вот. Я могу вам предложить прекрасный магазин высококачественных напитков на любой вкус. Также все, ну вот, в частности, водку, которую вы предпочитаете, да, она стоит в холодильнике со льдом. То есть вы в любой момент можете прийти, выбрать. Также мы вам даем дисконтную карту с постоянной скидкой 5%, которая является накопительной. Так, у вас этого... то есть вы в середине города стоите или где-то? В середине далеко? Города, да. Понятно. И у вас рабочий график какой? До скольки, до скольки? С 2 до 8 каждый день. Без выходных. Все понятно. То есть суббота, воскресенье работаем, да? Да. Также, понятно. Если, например, для вашей второй половины, если вторая половина предпочитает вино, то у нас есть сомелье, который подберет вам любой напиток под ваше мероприятие или под ваш ужин. Ну, я предпочел бы с друзьями, так что это как бы... Ну, в общем, вы покупаете, тогда получается у меня, так? Ну, это такое средство, да, вот, как вам сказать, то, что вы предлагаете, от него невозможно отказаться, но смотря от того, что какая у него, то есть, этот, качество, то есть, мне бы не хотелось какую-то непонятную употреблять. Вот вы же ни одного... фразу не сказали, какие у вас ассортименты, какие водки, допустим, да, вот, какого качества, как зовут вот этих вин или водок. Потому что это для меня очень важно. То есть название нужно говорить, что ли, обязательно, да, Наталья? Мария, вот понимаете, вы пришли культурно пить это конкретно продавать, а клиент вам говорит, что ему качественная водка нужна. Ну, я так уже утрирую, конечно. Смотрите. Возвращаемся, да? Давайте тогда закончим наш кейс, перейдем к разбору. Вы не против. Алексей, спасибо вам большое, мне очень понравилось. Спасибо, да. С такими клиентами, на самом деле, как вы, очень легко работать, потому что вы и так уже даете всю информацию, вы практически на ладошке говорите, что мне нужно. Осталось только взять и предложить это. Наталья, прости, можно я напомню, у нас тайминг, у вас на разбор будет 5 минуток, поэтому... Да, отлично, мы как хорошо. Раз... Уложитесь. Можно, да, еще 5 минут эти? Мне просто как раз по моему тайминг... Да, вот как раз через 5 минут я просто подсветил, что новый кейс не берите в разбор, вот разбирайте вот этот, и мы уходим на... Спасибо. Давайте, да, мы его резюмируем, буквально 5 минуточек. Первое, что я хочу сказать, самое главное, давайте вернемся к юнит-экономике. Вот, Мария, конкретно ваша ситуация, вы открыли магазин, точку. Ваша задача сейчас, чтобы люди ножками начали ходить к вам в магазин. Все верно? Да. Смотрите, дальше идем. Я сейчас просто буду вам давать информацию. Алексей, он каждый день ходит в магазин около дома. Его все устраивает, он туда ходит, ходил и будет ходить. До того момента, пока вы не сможете ему что-то такое предложить, что он скажет, вот это да, ничего себе. Вы по одной и той же дороге чаще всего ездите с работы до дома. Вы примерно на одну и ту же заправку заезжаете. Вы примерно уже знаете, там, где детские сады, школы, садики ваших детей. У вас на все в этой жизни есть уже идеальный маршрут, простроенный. Угу. Так же, как и магазин. Вот, Мария, вы всегда в разные магазины ходите? Вы вот в какие магазины вообще за продуктами ходите? Ну, конечно, возле дома.
Возле дома, так и другие люди. Поэтому вот подумайте о тех людях, которые выберут ваш магазин. Кто ваша на самом деле целевая аудитория? Либо вы должны прям какой-то уникальный ассортимент на самом деле предложить, чтобы из любой точки города к вам просто мчались и поняли, что кроме вас никто этого не предложит. Либо второй вариант. Просто покажите, почему люди, которые живут в вашем районе, должны за качественными напитками ходить к вам. И в зависимости от этого вы работать будете по-разному с аудиторией. Понимаете? Uh-huh. Тогда ценностное ваше предложение будет и вопросы, да, как вы будете строить диалог с клиентами, будут отличаться. Вот в чем. Разница каздева. После того, как вы определитесь с целевой аудиторией, и вопросы ваши будут сформулированы абсолютно по-разному. Так вот, самое главное правило. Если вы хотите, чтобы к вам пошли за напитком, и если у вас сильно ассортимент не отличается, берите ценой. Всегда Алексей покупает качественную, не знаю, там, качественный напиток в магазине около дома по такой цене. Принесите, киньте ему в почтовый ящик и скажите, что только этот месяц этот напиток у вас в два раза дешевле. Вы не поверите. Если он придет, а у вас еще весь месяц будут дегустации, вы запомнитесь этому клиенту, он поймет, либо у вас цены ниже, либо у вас уникальность в другом, что у вас, оказывается, ассортимент не такой, как в других магазинах, он уникальный. Но вы уже привели клиента к себе. Это очень важно, чтобы клиент ножками поменял маршрут. И за это, если рассчитывать юнит-экономику, вы посмотрите, один раз привлекая клиента, да, а привлекать его как можете? Рекламу давать. На рекламу ведь тоже нужно деньги тратить. Ценой. На рекламу нельзя, по федеральному закону о рекламе нельзя рекламировать алкогольные напитки. Ну, реклама, она тоже бывает различная, да, вы же можете не алкогольные напитки продавать, а мероприятия по дегустации вин или... Uh-huh. где вы будете учить людей, это образовательные мероприятия. Здесь фантазия и вообще... Я поняла, хорошо. Много, да? Вопрос в другом. Кто ваша целевая аудитория? Те, которые будут ходить около дома, и вы ценой их возьмете, либо чем-то еще, либо со всего города к вам едут за уникальностью, либо, возможно, еще какой-то третий момент. И уже в зависимости от этого каздев ваш будет, и гипотеза ваша будет строиться, ну, иным образом, ну, скажем так, более качественно. Окей. Можно я скажу насчет водки, да? Вот у нас есть ресторан Мусхая, да, вот называется Мусхая. Там обычную водку, да, вот внутри обычной бутылки водки там засунули такой маленький этот серебряный такой монетку положили. Это водка Дархан. И она стоит. Это ФПК Якутия. Да. Ага. Да. И она стоит 3000. Ну, покупаем. Пьете, вот последний раз по какому заказывали? Один раз можно себе позволить, чтобы... Очень извиняюсь. Ну, типа таких фишек. Мусхая не закрылся. Ну все, коллеги, я прошу прощения, времени у нас нет, дискуссия интересная, очень надеюсь, что... А можно такой момент, да, мне кажется, вот можно было все-таки спросить, а все вот устраивая человека, да, он, ну, понятно, что он любит, понимает, знает, у него есть канал, а может он, у него есть потребность какая-то, вот, ну, насколько я знаю, у нас ведь по времени запрет есть там после 18 там или 20 часов нельзя купить алкоголь. Может быть, через это как-то работать? Например, если человек зарегистрировал личный кабинет на вот сайте в интернет-магазине, он может заказывать всегда. Нет ли такой возможности? Ну, это я так фантазирую на тему. У нас сейчас нет возможности, к сожалению, даже эту интересную ситуацию обсудить. Мы сейчас Но у нас есть тайминг. Спасибо вам за активность, за вашу вовлеченность. Мария, берите на заметку все идеи, проверяйте все гипотезы. Всем огромное спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Надеюсь, я вам была полезна. Если да, ставьте плюсики. Если я не ошибаюсь, нам, Алексей, нужно еще какую-то анкету, да, заполнить? Сейчас появится опрос. Просим ответить на наш опрос. Наталья, спасибо большое за очень интересный вебинар и интерактив. Было классно. Да. То есть я отключаюсь тогда, да? Ты не против? Да, все, конечно. Спасибо большое. Мария, вам тоже подсвечу момент. Обязательно спрашивайте про прошлый опыт. Ну, типа, когда вы там купили последний раз, когда вы последний раз, при каких обстоятельствах вы последний раз покупали бутылку хорошего красного вина. И вы получите ответы. Mm-hmm. Весьма интересно. Говорите о прошлом. Они хорошо делятся. Как у них были дела в прошлом. Так, коллеги, сейчас у меня главный вопрос.
Кто не был на диагностической сессии, пожалуйста, поставьте, так, уже много плюсиков, поставьте какую-нибудь буковку. Давайте буковку А поставим, те, кто не были на диагностической сессии. Чат, пожалуйста, поставьте букву, любую букву, чтобы я понимал, что вы не были на диагностической сессии. Можно голосом подключиться и сказать, так, не был. Так, Давид, что сейчас вас Василина переместит в Zoom-комнату, где вы встретитесь с экспертом по диагностике. Так, кто еще не был на диагностике? Олесь, вы не были, я правильно понимаю? Нет, хорошо, распределяем вас тоже в комнату, принимайте приглашение. Напоминаю, чтобы попасть в акселератор, вам обязательно нужно пройти диагностическую сессию. Так, а кто еще не был на диагностике? Извините, я не знаю, как писать в Zoom, но я не проходила. Вы не проходили, отлично, сейчас вас тоже распределим. Примите приглашение на добавление в комнату и ожидайте там эксперта. Подскажите, пожалуйста, девушка вот сейчас ответила, а как имя я просмотрела? Убить, Наталья. На Наталья Попова. Нет, нет. Кто не был здесь, вот только что девушка говорила, выйдите на связь, пожалуйста. Василина не успела вас зафиксировать. А, я. Вот. Да, вы, да, да, да. Ага, все отлично. Перемещаем. Так, Александра, вижу, ставите плюсик. Вы тоже не были на диагностической сессии. Вас сейчас тоже переместим. Так, Сыхан, вы тоже не были. Что? Как подключиться туда? Вам сейчас придет приглашение, вы просто подтвердите его, там, перейти в диагностический зал, вы кликаете «Ок» и вас перекидывают. А кто был, уже можно покинуть? Да, те, кто были, в принципе, вы можете отключаться. Ждем вас завтра на вебинаре. Спасибо, до свидания. До свидания. Все, спасибо, до свидания, до завтра. До свидания, до завтра.